простейшая детская игрушка. Поверхность наклонная, он крутится строго горизонтально, в горизонтальной плоскости. Сейчас попробую показать. И опыт, подтверждающий эффект гироскопа. Поверхность наклонная, но он крутится строго горизонтально. Берем обычный диск от счетчика электроэнергии с таким вот закругленным концом. Рисуем какую-нибудь ерунду на поверхности и запускаем как юлу. Смотрите, сколько он будет крутиться. Вот это и есть эффект гироскопа. Поверхность стоит с наклоном, а он крутится четко горизонтально. Берем диск от счетчика, рисуем на нем спиральку и запускаем. И 48 секунд без остановки.